была в голове, что мне хочется запечатлеть какой-то кусочек Артема на моем теле, ну, то есть, чтобы оно было всегда со мной, чтобы даже если что-то со мной случится, чтобы оно всегда со мной осталось. У меня вот страх был такой, что я просто не то что забуду, а вдруг у меня заберут все. Он находится сейчас в СИЗО из-за стихов, все вот это вот уголовное дело, в котором его подозревают, строится на прочтении стихов на Маяковской, у памятника Маяковскому на Триумфальной площади, то есть это Маяковский. Да, паранойя постоянная, нет чувства безопасности, нет уверенности, что вот прямо сейчас не ворвутся, и не задержат там или еще что-то такое. Ну, я надеялась, что сегодня его хотя бы по видеосвязи как-то выведут, что мы хотя бы его сможем услышать или увидеть, вот, но этого не было, как бы.